Так, это у нас 20... Да что ж такое 20? 7 июня 2018 год, Харьков. Тестовая запись Sony CyberShot. HX300. Да. То есть я сейчас тестирую не столько CyberShot, который у меня уже 4 года, сколько приобретенная Nikon Coolpix P900. С одной точки, в одно время. Ну, конечно, да, очевидно, что Coolpix дает больше увеличения. Здесь 50 крат оптики и 200 крат цифровой зум в Coolpix. . 83 крата оптика и 4 крата цифровой зум. Цифровой зум мне не понравился в Никоне, но оптика себя полностью оправдывает. Так, а где же наша луна? Луна спряталась, да? Ну ладно, были у меня еще съемки. То есть приближение есть. Надеюсь, кольца Сатурна, которые, в общем-то, и были целью приобретения фотоаппарата Nikon Coolpix P900, снять удастся. Ну вот здесь уже цифровой зум. И все-таки вот ржавчина на поручнях видна хорошо. В Nikon Coolpix мы приближаем, когда оптика, и получается примерно такая же картинка. Но как только мы начинаем приближать ее цифрой, начинает уже размываться эта ржавчина. Не знаю, может, это единичный случай, или я... То есть это без настроек всяческих, просто я... Как был фотоаппарат из магазина, взял и начал снимать. Да, ну луна у нас спряталась, к сожалению. Обойдемся без луны. Ну, в общем, не знаю, какое за каким видео буду выкладывать на YouTube. Можно будет для сравнения проверить. Вот у нас есть антенна харьковской телевышки на фоне экватора. И был хорошо виден 16-этажный дом. Вот он сейчас еще хорошо освещен. Вполне по видеозаписи можно сопоставить. Приближение все-таки Coolpix дает значительно больше. Но уже в финале теряя в качестве. Тут, конечно, колебания атмосферы уже существенно сказываются на качестве изображения на максимальном удалении. Лады. 6-е, да что ты будешь с этими датами? День журналистики покоя не дает. 7 июля 2018 год, Харьков. И время 10:20 по Киеву.